Всем привет, с вами Суя Варя, это бесконечный ритм под названием 15 дней ада. Мы будем смотреть от лица нашего главного героя под именем Данте. Это, конечно, сразу звучит, но посмотрим, что получится. Реально, я когда увидел, такой думаю, что? Ладно, ну давайте мы начнем. Сценарист пишет. Это история об одном молодом парне по имени Данте. Да, его зовут Данте. Нет, не Альгьеры, просто Данте. У него даже фамилии нет, просто Данте. Какое-то депрессивное начало. Что ж, просто я ему фамилию не придумал. Может, конечно, дать ему фамилию, например... О, придумал. Тайников. Тайников что? Окей, шутка одобрена. Где-то я это уже слышал. Это имя уже занято! Так, во-первых, не имя, а фамилия. И вообще, кто ты такой, чтобы мне говорить, занято или нет? Я система, и я имею полное право удалить тебя, если не придумаешь нормальную фамилию. Как ты меня удалишь, если я сам тебе придумал, я и сам писал сценарий? Об этом я не подумал. Все, я ее прогнал, больше она не придет. Ладно, пусть наш Данте останется без фамилии. Вы спросите, а почему именно Данте, а не Семен, Вася и так далее? А вот что я вам расскажу, дорогие читатели. Мы просто хотим, чтобы наш главный герой смог вылиться из тех Семена, из мастерской. Поэтому мы и дали нашему главному герою это такое экзотическое имя. Ну, так вот, одним вечером неизвестного месяца и года Данте приходит к... Загадочно, не правда ли? Ну, надо же какую-то загадку, что ли, сделать, чтобы вам не было так скучно читать. А приходит Данте с такой целью. Слушай, а давай мы попробуем написать книгу о моем самом ярком моменте жизни. О каком еще моменте? Ну как же, о попадании в совенок. После таких ярких, страшных моментов, так и хочется написать книгу. Не такие уж и страшные моменты. Был бы ты на моем месте. Ладно, я понял. Данте взял ручку, бумагу и сел за стол вместе с... С этого момента я отлучаюсь, и все мысли Данте будут идти от первого лица. Ну что, начинаем писать? Думаю, давно бы пора написать об этом свою книгу. Вот я так же думаю. Кстати, такой вопрос. Зачем ты меня позвал писать книгу про твой самый яркий момент жизни? Будешь мне помогать, ведь ты там тоже был. Хорошо, я взял ручку и вывел название 15 дней ада. На этом остановился. А что дальше писать? Я посмотрел на своего собеседника, изобразив дурацкую улыбку. Ты, блин, издеваешься? Уж бы помог, а не повышал голос. Ладно, мы так далеко не уйдем, давай сюда. Я протянул ему книгу и начал писать. Приветствую тебя, дорогой читатель. Ты держишь в руках мою первую книгу 15 дней ада. Она настолько Я забрал у него книгу. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. После недолгих раздумий я продолжил. Это автобиографическое произведение, повествующее о самом ярком моменте в моей жизни, смене в пенелагере Совенок. Но для начала небольшая предыстория. Я закончил 9 классов и шел домой, ожидая того, что, как и всегда, уеду из Ростова в Сталинград к бабушке и пройду очередное лето вне дома. Но у мамы на меня были другие планы. Ну, можешь это, когда захочешь. Я подошел к окну, чтобы набраться вдохновения. Да, но это только начало. Ну что, готов? Нет. Я вновь взял ручку и начал писать первую главу. Так много мыслей в голове. И все они абсолютно разные. Начиная с очень абсурдных мыслей, о которых у любого пойдет дрожь по спине. Заканчивая разумными мыслями. Например, в данный момент размышляя о том, сколько понадобится бутылок столичных, чтобы соорудить пирамиду Хеопса. Что за идиотизм? Попробую еще помыслить. Как раз вот во время этого ко мне подошла мама. Данте, я вижу, что тебя совсем ничем не занят. Поэтому ты поедешь в мини-лагерь, в котором я работаю, а именно в Совенок. Да, моя мама работает в Совенке. А именно вожатый первого отряда, самого старшего отряда в Совенке. Ну, мам, я не хочу ехать в мини-лагерь, тем более мне есть чем заняться.
Например, чем? Чтение книжек не считается. Надо послушать, тебе нужно поехать туда. Тебе это понравится. В твоем отряде много красивых девушек. Там есть кружки, где ты можешь строить роботов и так далее. Есть музыкальный кружок, где ты можешь научиться играть на различных музыкальных инструментах. И в конце концов тебе надо на природу. Спорить было бесполезно. Если моя мама загорелась этой идеей, она от нее не уйдет. Поэтому мне пришлось согласиться. Хорошо, а что я там буду делать? Вот так с самого начала и надо было, Данте. Ты там будешь проводить обычный смен, как обычный пионер. А что входить в обязанности пионера? Ну, например, он должен всегда выполнять поручение вожатого или вожатого. И дай угадай, я буду самый нагруженный пионером в лагере. Нет, самый нагруженный пионер – это моя помощница. А ты будешь вторым. Ну, мам! Я ж пошутил. Будешь проводить смену, как самый обычный пионер. Я не буду тебя очень сильно нагружать. Но все равно будешь. Весь наш отряд будут. Ладно. Ладно. А какие вещи надо собрать-то хоть? Так, ну форму мы даем там, но все равно надо с собой повседневных вещей. Ладно, средства тоже там. Можешь с собой взять какие-нибудь настольные игры, карты, например, или возьми свою гитару. Гитару я уж точно не буду брать. Не хочу позориться. Почему позориться? Ты прекрасно играешь. Я прекрасно понимал, что мама мне льстит. Ведь я играю только 2 недели. Все равно не буду ее брать. Вдруг сломаю ее. Или какие-нибудь малыши ее сломают. Ну, твое дело. А что будешь брать из настольных игр? Вряд ли я что-нибудь возьму. Возможно, только карты. Ну, хорошо. Выбирай пока, какую одежду возьмешь с тобой. Хорошо. Только я еще побуду в своих мыслях. Ну, ладно. Я закрыл глаза и погрузил в свои неведомые, извращенные мысли. Данте, просыпайся, нам скоро выходить. Да еще чуточку поспать. Ну уж нет, мама начала меня трясти. Я открыл глаза. Через 20 минут я уже собирал свои вещи. Какого? Примерно через 2 часа мы с мамой уже были готовы выходить на улицу. Надо, ничего не забудь. А то, как обычно, будешь свои вещи. Ага, конечно. Ответил я дерзко. Ну ничего, сделаем себе образцового пионера. Научим со взрослым говорить. Да, быстрее, опаздывай на автобус. На этой ноте мы вышли из квартиры. Вот мы и на остановке. Как долго ждать автобус? Почему-то писал тут. Блять, ладно. Не знаю, надо посмотреть расписание. Мама подошла к висящей таблице на остановке и начала ее тщательно осматривать. Ну, что? Судя по расписанию, автобус приедет через... Мама посмотрела на свои наручные часы. Через 6 минут. Фух, не придется долго ждать. Уже такой, фу, я бы поспал еще часик. После некоторого времени, наконец-то... О, а вот и автобус подъезжает. Ура! Итак, я еду в автобусе, самый обычный автобус, едущим в детский лагерь «Совёнок». За окном проплывают зеленые кроны деревьев. А в салонника пошились пионеры, но я не обращал на них внимания, ведь мои мысли были о лагере. Что меня там ожидает? Надолго мне не хватило, я погрузился в сон. Я не могу говорить. Я почувствовал, что мой рот перевязан. Что здесь происходит? Вдруг из воздуха появился какой-то пионер, и по его лицу не скажешь, что он добрым намерениями. Ну что, не получается говорить? Говорил он все, это он все каким-то дьявольским голосом. Давай помогу. Он начал приближаться. Я проснулся. Ну и сон приснился. Надеюсь, он ничего не значит, а то вдруг... В этот момент моя мама встала со своего места и начала говорить. Дорогие пионеры, через 10 минут мы приедем. Пожалуйста, приготовьте свои вещи. Я послушал маму, полез за вещами. К слову, я сидел один, и достать вещи было не проблемой. Так, рюкзак, 2 сумки, доверху напитых. Вроде все приготовил. Осталось только ждать. Прошло около 10 минут. За это время просто смотрел на мимо пролетавшие деревья. И вот автобус наконец-то остановился. Мне лицезрелись ворота, на которых красовалась надпись «Совёнок».
Ворота выглядят довольно потрёпанно, видимо, их давно не красили. Надеюсь, мне не придется их красить. Ну вот, я уже хочу отлынивать от работы, хотя даже из автобуса не вышел. Хотя я же сюда не по своей воле приехал. Так что мне можно? Я усмехнулся. И вот моя мама заговорила. Ребята, пожалуйста, не толкайтесь и выходите по очереди, и не забудьте свои вещи. Так, точно! Все дети послушали маму и начали выходить по очереди. Я пошел к выходу. Но на выходе я умудрился споткнуться. Единственное, что я понял, это то, что мне сделали подножку. Вот я и упал. Супер! Наверное, сейчас засмеют. Я хотел уже подняться, но увидел перед собой девушку. Вот это ты упал. Еще бы увидеть человека, который это сделал. Этот человек перед тобой стоит. И зачем это надо было делать? Это же весело. Очень весело! Я ж мог себе что-нибудь сломать! Нашелся зануда. Меня, кстати, Ариза зовут. А меня Данте. Какое необычное имя. А что он значит? Устойчивый. Ну, это мы еще посмотрим. Ага, ага. Ладно, я пойду в строй. Была рада знакомству. И я. Ариза ушла в строй. Неплохо. Первая же девушка, с которой я познакомился, очень красивая. Меня это очень радует. Тут ко мне подошла мама. Да, доставай строй. Сейчас будем по домам распределять вас. А почему мы все это делаем на остановке? Так надо. Понял. Я встал в строй. Я смог увидеть всех из нашего отряда. Тут была Алиса, два незнакомых мне парня, очень милая девушка с фиолетовыми волосами, девушка с бирюзовыми длинными волосами, девушка в очках и длинноволосая светловолосая девушка. Однако из отряда выделялась одна девушка, можно даже сказать, девочка с красно-рыжими волосами. Ей на вид лет 14, почему она в нашем отряде? А почему все в нашем уже отряде уже в пионерской форме? Когда они успели переодеться? Сколько вопросов? И я надеюсь, что меня все внимательно слушали. Особенно ты, Данте. А, что? Спросил я растерянно. Ты же слушал меня, Данте? Конечно! Тогда с кем я тебя поселила? Вот я и попал! С ним! Я указал пальцем на какого-то парня из нашего отряда. Хоть бы прокатило! Молодец, значит, действительно слушал меня. Фух! Ну, а тебе можешь расходиться, кому нужно. А тебе можете расходиться. Кому нужна будет помощь, то подходите ко мне. Так, точно! А чё сейчас было? И ладно. Все начали расходиться. С ним, блин, показал кулак ход рандомного человека. Не успел подойти к воротам, как ко мне подошла мама. Да, не забудь форму на себя одеть. А где мне ее взять? Она будет у тебя в домике. А где мой домик? Я дала ключ от него Серёже. Серёже? Ну да, это твой сосед. А, все, просто не запомнил имена еще. Ну все, давай, иди к нему. Хорошо. Я быстрее подбежал к Серёге. Серёга, подожди меня! А? Хорошо. Фух, передогнал. Ну, насколько я понимаю, ты мой сосед. Ты прав. Ты здесь первый раз? Да, а ты? Я здесь уже четвертый раз. Ого! А покажешь мне логи? Ну, с удовольствием. Смотри, это клубы. Иными словами, клуб кибернетики. Там типа роботов строят. Что-то типа того. Я туда, кстати, каждый выступаю. Сперва приезд сюда и посиди. Я туда вступаю. Тебе не надоедает? Нет, мне это очень нравится. А ты там один или с кем-то? Нет, я там со своим другом. А он из нашего отряда? Конечно. Это тот, который в очках. В точку. А я буду потом заглянуть сюда. Не хочешь ты записаться? Я еще подумаю. Ладно, пошли дальше. Мы двинемся вперед по дороге. После примерно 2-3 минут ходьбы мы пришли, как я понял, на площадь. Смотри, это площадь, а это памятник Генда. Он построен в честь основателя Генды Евангелия. Вау! Вот это он огромный. Это верно подмечено. Тут мой взгляд упал на красивую светловолосую девушку, которую я видел на линейке. Она подметала площадь. Надеюсь, такая работа меня не настигнет. О, пошли, я тебе познакомлю со Славой. Я не мог не отказаться.
Как же тут, тут так отказаться? Да, хорошо. Царь, привет! Привет, мальчики. Знакомься, это Данте. Данте, это Славя. Очень приятно. Я так понимаю, ты новенький, про которого говорила Ольга Дмитриевна. В точку. Царь засмеялась. А я заместитель Ольги Дмитриевны. По всем проблемам можешь обращаться ко мне. Без проблем. Мы все засмеялись. Ладно, Славь, мы пойдем, надо Данте весь лагерь до конца показать. Хорошо, удачи вам, мальчики. Удачи. Удачи. Пошли. Ну, пошли. Я последую за Серегой. Мы пошли куда-то в лес. А куда мы идем? Мы идем в сторону медпункта музыкального кружка. Тут есть музыкальный кружок? Ну да, а что? Смогу улучшить свои умения играть на инструментах. Я улыбнулся. Вот, ты умеешь играть на инструментах? Ну, так, немного умею на гитаре. Вау, будешь разыграть концерт. Какой концерт? Ну как же, концерт? Концерт в конце этой недели. Не-не-не-не-не, я в этом не участвую. Почему? Я только немного умею играть, тем более стесняюсь. А, ну тогда ладно. На этой ноте мы вышли к домику. А что это за домик? Это и есть медпункт. Мы будем туда заходить? Ну, среднем мало, можем не успеть на обед. Понял. Мы пошли дальше по тропинке. Куда мы дальше идем? Теперь мы идем к мус-клубу. О, то, что мне надо. Виктор улыбнулся. А что у вас тут вообще есть? Мы еще не дошли до библиотеки, пляжа, бани, спортивной площадки, склад, ну и домика всех. Чего у вас тут, конечно? Это да. А сколько идти до мус-клуба? От медбога идти минуты две. О, а вот и он. Серега указал на довольно красивый домик среди деревьев. Очень красивый домик. С этим поспоришь. Пошли, я тебя познакомлю с Мику. Она как раз зовет этим клубом. Мику... Это кто? Ты, видимо, всю Лениха прослушал. Мику — это девушка из нашего отряда. Она еще с очень длинными волосами цвета бирюзы. Понял. Пошли уже внутрь. Мы пошли к мус-клубу, как тут... Что это? Призыв к обеду. Так что пошли на обед. Ну пошли. А наша экскурсия продолжится? Вряд ли, ведь мне надо будет пойти в клуб. Мне само что ли придется изучать лагерь? Ничего, справишься. А я не заблужусь? Конечно нет, тут практически невозможно заблудиться. Практически? Ну, если ты можешь заблудиться в трех соснах, то тогда тебе понадобится помощь. А как тут нельзя заблудиться? Ладно. Ой, мы же опаздываем на обед, быстрее! Пошли! Быстрее! Быстрее, нахуй! Торопи копытами! Можно сказать. Пока мы шли к салону, мы заметили, что все только собираются идти на обед. Успеваем. Очень надеюсь. Вот мы подошли, как я предполагаю, к столовой. Это и есть столовая? Да, пошли быстрее, внутрь. Мы подошли ближе к крыльцу столовой. Серега открыл дверь. Заходим? Я послушал Серегу. Мы вошли в столовую. Когда мы вошли в столовую, я смог разглядеть столовую во всей красе. Столовая особо ничем не отличается от тех столов, в которых я был у себя в городе. Единственное, что я заметил, что она была гораздо больше тех столов. Надо, иди сюда. И правда, стою тут как дурак ухода и размышляя. Я пошел к Сереге. Бери поднос и подходи к нашей поварихе. Я послушал Серегу и взял поднос. Я пошел к поварихе и попросил мне порцию обеда. Держи суп, компот и пюре с котлетой. Спасибо! Пожалуйста. И мне тоже дайте порцию, пожалуйста. Держи, Сережа. Спасибо. Пожалуйста. Пошли за стол. Пошли. Пошли за вот тот стол. Серега как запатится на столик возле окна. Мы пошли за этот столик. Пока мы шли к столику, стол наполнилось пионерами. Надо же, сколько народа. Это еще не все пришли. А может и больше, чем сейчас прийти? Тебя спросил я. Конечно, ведь это довольно-таки большой лагерь. Понятно. Приятного аппетита, Серега. И тебе приятного аппетита. Мы принялись за еду. У меня, как я уже говорил, был суп, компот и пюре с котлетой. Все выглядит аппетитно, наверное. Я попробовал суп. Сойдет. Судя по вкусу, это гороховый суп. Гороховый суп я люблю в любом виде, так что простите. Настало время пирюшки, и я решил осмотреться, чтобы достичь, у всех ли одинаковые обеды.
Так, кусаю котлет с макарошками. Нет, с пюрешкой. Последний тоже. Ну, видимо, у всех действительно одинаковые обеды. Я попробовал пюрешку. Она была вся в комочках. Ну и гадость. Настало время тебя, котлетка! Я опустил в бой с котлеткой свою вилку. Вилка поразила эту котлетку. Котлетка держала поражение. Чистая победа. Боже, мне 17 лет, и я играю в войнушку с котлеткой. Я попробовал котлетку. Котлетка была ничего такая. Остается только компот. Я обхватил компот обеими руками и начал подносить к своему рту. Тебе не спасти меня, никчемный компотишка. Компот промолчал. Последние слова. И снова промолчал. Ну, все. Я взял глоток этого компота. Он божественный. Лучший компот, который я когда-либо пробовал. После всех этих игр я решил спросить у Сереги, как ему обед. Но за столом я его не застал. Куда он делся? Видимо, увидел мои игры с едой и решил уйти спать скорее. Ну, ладно. Я взял поднос с посудой и понес его поварихе. Держите, компот очень вкусный. Спасибо. А почему пюре не даёт? Мне она не очень понравилась. Почему? Ну, в ней комочки. О, как. Постараюсь исправить. Спасибо за критику. И вам спасибо за вкусный компот. Пожалуйста. Ой. Мимо меня прошла девушка с бирюзовыми волосами, которую я видел на линейке. Должно быть это Мику. Зайду к ней в клуб после обеда. Я вышел в столовую. Так, Серега говорил, что тут есть пляж. Надо бы его найти. Стоп, а как я его найду? Надо бы поспрашивать местных населения или у мамы. Как раз я видел свою маму на площади. Я подошел к ней. Мам, а не подскажешь, где тут пляж находится? Конечно, смотри, идешь вот так по... Блин, конечно, смотри, идешь вот так по прямой и справа будет пляж. Спасибо большое. Я отправился в сторону пляжа. Взгляд от меня проплывала столовая. Еще пару метров склад. И вот я вижу пляж. Тут я видел не так много детей из наших, тут никого не было. Видимо, они все еще на обеде. Так, пляж готов. Можно идти назад. Я пошел назад, и по пути назад я увидел что-то наподобие лодочной станции. Надо же. Надо будет как-нибудь поплавать на лодке. Я отправился дальше в путь. Дальше у нас на очереди спортплощадка. Я увидел Славу на почте и решил ее спросить про спортплощадку. Слава, Слава, привет. Привет, Дант. Слава, а не подскажешь, где находится спортплощадка? Слева от пляжа. И что ли, назад надо идти? Получается так. Ладно, спасибо. Рада помочь. Улыбнулась Слава. Я пошел назад. Опять столовая. Опять склад. И снова пляж. Так, слева от пляжа. О! А вот спортплощадка. Мимо меня пробегали дети разных возрастов, но из нашего отряда я так никого не увидел. Хотя... А это не та мелкая из нашего отряда. Эй, ты! Ты не Данте, случаем. Ну, я, а что? Девочка подбежала ко мне. Я Ульяна, будем знакомы. А я Данте. Я знаю. Ульяна смеялась. А откуда ты знаешь, как меня зовут? Ольга Книта нам рассказала еще неделю назад про тебя. А вы здесь неделю назад были? Ну, мы здесь всем отрядом были неделю назад. Вот сейчас началась новая смена. А почему ничего нового? А почему-то ничего нового в нашем отряде нет? Не знаю. Задумался Ульяна. Тут я решил ее спросить про то, почему она в нашем отряде. Ульян, а тебе сколько лет? Мне 14, а что? А почему ты в нашем отряде? Ну, как сказать, я сестра Алисы. И Алису говорил, Ольга Дмитриевна сюда записать. О, такой с ней сестры? Ну да, я же тебе сказала. Слушай, а тебе не показать логи? Неплохая идея, но мне кажется, это не закончится добром. Не надо, я, пожалуй, сам его посмотрю. Ну, как хочешь. До встречи. До встречи. Улыбка убежала. Ульяна убежала дальше играть в футбол. Я решил дальше пойти исследовать лаги. Так, что дальше на очереди? Блять. Мы еще не дошли до библиотеки, пляжа, бани, спортивной площадки, склада, ну и домика всех. Вспомнил. Теперь надо искать библиотеку. Я отправился в путь. Но на этот раз я решил сам найти библиотеку. Первым делом надо выйти на площадь. На этот раз по пути назад я увидел на пляже Алису, которая плескалась водой в детей, лет 10. По лицам детей не скажут, что им это нравится. Надо бы заканчивать смотреть на это.
Руколец еще увидит меня и подумает, что я за ним подглядываю. Я пошел дальше. Возле склада я увидел Славу, которая поливала цветы. О, Данте, а не поможешь мне цветочками? Вот я и попал. Слав, ты же знаешь, что я сейчас изучаю лагерь. А, ну да, я как-то подзабыла. Ладно, не буду отвлекать. Удачи. Удачи. И вновь я пошел. Надеюсь, мама не заставит меня сегодня работать. Я решил ускориться и добежать до площади. Что-то он долго пишет. О. Фу, неплохо так я пробежался. Как бы пойти. Я решил пойти в сторону клубов. Вдруг где-то там и будет библиотека. Я двинулся в путь. Интересно, а как я проведу эту смену? Насколько я знаю, смена здесь длится 14 дней, а на 15 все уезжают. Мне же еще форму надо забрать из домика. Мама говорила, что ключ у Сереги. Как я иду в сторону клубов? А вот и здание клубов. Я дернул за ручку, вошел внутрь. Приветствую вас, будущее СССР! Привет, Данте! Приветствую. Тебе Серега уже, наверное, говорил про меня? Не особо. Ну что ж, ты, Серега, не рассказал про меня, Данте. Серега засмеялся. Меня зовут Саша, ну или Саня, как тебе удобнее. Я главный клуба. Будем знакомы. Мы пожертвуем в другой клубке. Зачем пожал нашу берлогу? Мне нужен был электроник. Ладно. Я пройду к Сереге. Серег, я хотел тебя попросить ключ от нашего домика. А пошли вместе, я как раз хотел в домик сходить. Пошли. Сань, я скоро вернусь. Хорошо, мы вышли из клубов. А где наш домик находится? Сейчас я тебе покажу. Пошли. Хорошо. Я так понимаю, мы пойдем через площадь? Можно, конечно, пойти через площадь, но это очень просто. А как мы туда пойдем? Просил я с улыбкой на лице. Сейчас ты узнаешь, иди за мной. Что он хочет сделать? Серега вышел за ворота. Мы пойдем через лес. Мы же уже ходили через лес. И тем более я думал, что ты мне сейчас покажешь какую-нибудь самодельную машину, и мы поедем к домику на ней. Машина у нас, к сожалению, нет, ну, есть, но у нас есть ноги, и мы просто сможем сами зайти. И через лес мы пойдем потому, что я тебе хочу показать это место. Оно очень красивое. Это поляна какая-то, что ли? Мне сюрприз испортил. Красоту я должен заценить. Так что пойдем. Серега тут же оживился. Идем. Ты весь сюрприз испортил, что я догадался, что поляна. А что там будет? Пока я размышлял, я видел, что Серега уже метра на 4 отошел от меня. Серег, подожди меня! Серый обернулся. Как ты так отстал от меня? Спросил Серый с улыбкой на лице. Я что-то задумался. А, ну с кем не бывает. Не отставай от меня больше, договорились. Хорошо, договорились. Надо постараться не витать во своих мыслях, а то еще отстану от него, и мы заблудимся. Хотя тут длинная дорога, но длиться мы на ней не сможем. Куда мы идем? Если пойти вперед по дороге, то там будет вход на тропинку, по которой мы и сможем дойти до поляны. Нравится мне все это. Что-то мне не нравится все это. Идем куда-то вперед по дороге. Нас же не наругают за то, что мы вышли за территорию лагеря и ходим тут. Может мне домой пойти? Ну иди. Я не люблю людей отговаривать. А ты один что ли пойдешь? Почему бы и нет? Я люблю всякие приключения на свою голову. Ты главное осторожней будь. Конечно, если что, я могу за себя постоять. Ладно, я пойду туда. Давай, удачи тебе. И тебе удачи. Только я ночью ходить как вспомню. Серег, а ключ от домика? А, да, точно. А, держи, наш домик под номер 7. Сможешь нам найти? Постараюсь. И, кстати, спасибо. Теперь я точно пошел. А да, давай. Так мы недалеко отошли от ворот, так что я смог отсюда выйти. Как же устал. Было не проще присесть и отдохнуть. Пошел к воротам, решил присесть у статуи. Я закрыл глаза и погрузился в свои мысли. Главное это не уснуть. Как он от Рамштайна? Блядь, Розенрот. Давай начинай выжить. Не, это не Розенрот. Как там? А, нет. Нет, это Розенрот. Блядь, Рамштайн. Что? Окей. Ну так, сделано так громко. Я бежал долго. Надеюсь, они меня не догонят. Стой! Надо бы найти убежище от них. Я даже знаю, куда может пойти. Я свернул за дерево, снова побежал. А вот и он.
Надо бы зайдить внутрь. Он здесь! Сюда! Что-то холодновато. Ну, хочешь музыка закончить. Где мое дело? Я попытался нащупать дело, однако я его... Попытался нащупать дело, однако я его не нащупал. Зато я нащупал, что я весь мокрый. Опять что ли в ловушку во сне попался? Я открыл глаза. Что за черт? Похоже, я все-таки уснул здесь. Надо поскорее выбираться отсюда. Я как можно быстрее вошел в ворот лагеря, даже не посмотрев на них. Как же мне холодно. И сколько я спал? Лучше сначала добежать до домика, а только потом задавать такие вопросы. Я пошел дальше. На бег у меня никаких сил. На бег у меня не было никаких сил из-за того, что я весь промерз. Вот и площадь. Никого нет. Видимо, они все уже дома. Стоп, а какой номер домик у меня? Ладно, вспомню по дороге. Я вот пошел вперед в сторону домиков. А вот и домики. Надо быстрее вспоминать, какой номер у домика. Я видел домик под номер 7. Он был самым первым домиком в первом ряду. Вспомнил! Номер 7! Я как можно скорее пошел к этому домику. Точно, насколько я помню, карман положил. А вот и он, а вот и не него. Я пытался открыть дверь, но моя рука от холода настолько дрожала, что я не сразу смог открыть дверь. Спустя некоторое время я смог открыть дверь и войти в домик. Днем уже сразу горел свет. А почему не свет горит? Хотя на улице небо видно этого. Хватит его браться, мне надо согреться скорее. Я видел, что одна кровать была занята кем-то, а другая нет. Я решил взять одеяло не занятой кровати согреться и... Зачем надо с себя одежду снять? Спустя недолгое время я снял с себя одежду и завернул в одеяло. А тем временем вопросов, сколько я уснул. Я посмотрел на часы и увидел, что сейчас было 4:32. Видимо, из-за туч кажется, что сейчас ночь. Твой вопрос, почему со мной в домике кто-то живет? Я немного поразмыслил над этим вопросом и вспомнил, что со мной живет Серега. Интересно, меня уже объявили пропавшим? Хмыльнулся я. Скоро же ужин, надо будет сходить. Хоть и в грозу, но не пропущу ужин. Опять хмыльнулся я. Стоп, а раз тут горит свет, значит Серега был тут недавно. То где он сейчас? Меня обеспокоил этот вопрос. Вдруг с ним что-нибудь случилось в лесу? Рэд, он же в этом лесу не первый раз и знает, что да как. Уже холодно. Еще бы горячего чая. Надо бы поискать домики, может быть тут есть что-нибудь. Я встал первым же делом, как бы это логично не было, открыл и заглянул в шкаф. Рюкзак, насколько я понял, Серёге, сумка тоже его. А где мои вещи? Я же их не доставал из автобуса, чтобы приготовил. Я решил смотреться по комнате, надеясь, что мама их принесла в домик. Я начал бегать, глядывать все углы этой комнаты. Есть мама все же принесла в домик. Я смотрел всю комнату, но так ничего не нашел. А вдруг не под кроватью? Я отчаявшись решил добрать под кровать. Хоть бы никто не зашел в домик. А вот я, мой родной домик! Данте, это ты? Да... Да, это я... Что? Как я... Спокойно, я уснул после нашего расставания на дороге. Ладно, у меня даже слов нет. А что ты там делаешь? Я ищу свои вещи. Хорошо, тебе настало время вопросов. Валяй. Все было в цепени. Первый вопрос. Где ты был? Я уснул возле статуи ворот. Ты спал под ливнем? Получается так. У меня, кстати, тоже есть вопрос. Почему ты сухой? Я шел за Антон. А где он сейчас? В крыльце. Ладно, тебе второй вопрос. Меня объявили пропавшим? Как сказать, Ольга Дмитриевна заметила, что ты куда-то пропал. Надо побыстрее сообщить маме, что со мной все хорошо. А у Ольги Дмитриевны твоя мама? Да, она моя мама. Она меня, так сказать, заставила сюда приехать из-за того, что мне нечем заняться дома. Ого, ничего себе! Ну ничего, ты найдешь, чем себя развлечь. Что ж, надеюсь на это. Кстати, я так понимаю, ты сидишь в одеяле, чтобы согреться? Правильно понимаешь, мне тут косточки промерз под этим дождем. Я могу тебе принести чай с тобой, если хочешь. Было бы неплохо. А что, уже ужин? Ужин через 2 часа, но в столовую можешь зайти попросить, например, чай. Ладно, принеси мне 2 чашки чая. Так, точно, сэр. И заодно я скажу твоей маме, что есть Ольга Дмитриевна, что с тобой все хорошо. Это выхмыльнулся. Серега вышел с домика, захлопнулся в дверь.
Блядь, какую. Чем бы заняться? Я решил, что немного поспать будет самой лучшей идеей сейчас. Ведь во сне я смогу согреться и собраться с силами. Я на кровати плавно закрыл глаза, попутно размышляя о произошедшей ситуации. Я снова за статуей, которая находится в ворот. Мне снилось, как я бегу от кого-то по лесу в какое-то убежище. Почему я не проснулся от дождя или раската грома? Все это слишком странно, хотя, может, я просто очень крепко спал. Но может быть. Ну, как объяснить, что когда мы шли с Серегой по дороге, вдалеке не было города. Сейчас во время ливня он появился. Надо будет у Сереги разузнать все. А пока что я лучше посплю, быстрее согреюсь. Здесь меня не должны найти. Все-таки об этом месте знаю только я, возможно. Я, кажется, что-то вижу. Иди сюда. Возможно, это он. Вот я и попал. Надо как можно скорее выбираться из бункера. Это была очень крепкая металлическая дверь, которая ведет в шахты. Не зря я слышал этих умственных, неполноценных строителей роботов лом. Он там мне сейчас пригодится. Я легким движением руки подцепил ломом дверь и дернул. Дверь с грохотом, который раздался во всем коридоре, упала. Он точно здесь! Бегом сюда! Я побежал в шахты. Данте, вставай! Я чай принес. Данте, ну вставай! Хватит спать! Что? Бля! Давай, вставай! Я тебе чай принес, как ты просил. Чай? Да, чай, хватит спать уже. Да, уже встаю. Я встал с кровати, протерев глаза и подтянувшись. Какой сон приснился. Какой сон? Я там прятался в каком-то бункере от кого-то, но они меня, похоже, пытались догнать, а дальше я не помню. Интересный сон. А теперь чай. Тебе надо согреться как следует. Я взял кружечку теплого чая, отпил сколько смог. Блять. Как пристал Кирилл так. Какой вкусный чай. По вкусу понятно зеленый. Это я зеленый чай. Я тебе принес две кружки этого чая, как ты просил. Благодарю за чай. Всегда рад помочь. Чем планируешь заняться, пока идет этот дождь? Да не знаю. Может, я не знаю. Я тоже не знаю. А может быть, карты? А во что? Умеешь играть в покер? Да, умею. Как раз недавно научился играть в него. Отлично. Сейчас достану свои карты. Шулер ебаный. Сразу же Серега полез свои, себе в тумбочку и начал все перерывать. А вот они, мои хорошие. Сейчас Серега начал рассказывать свои карты, и по внешнему виду не скажешь, что дешевые. Судя по виду, недорогие. Это верно. Мне их отец привез из Америки несколько месяцев назад. Ого, а кем твой отец работает? Что он может в Америку поехать? У нее свое казино в Америке. Ну, не подпольное, ты ничего не подумай. Ого, раз у нее есть собственное казино, значит, он очень богатый. Можно и так сказать. Серега к этому моменту уже разложил карты, и мы принялись играть. Покер там. Все. Скрываемся! Я смехнулся по этого слова. Что смешного? Скрываемся! Мы вскрылись. Ха-ха! Флэш! А мне пора. Я выиграл! Ты жульничал! Мне выиграть очень трудно, я играю в покер несколько лет. А вот и нет, я просто хорошо играю. За всей этой игрой мы не заметим, как дождь уже прошел. О, дождь прошел. Можно спокойно выйти на улицу. Да, только ты вылез из-за тела и один пенис в форму. Хорошо, только выйди. Без проблем. Серега вышел в номер. Надеюсь, он меня подождет, а не уйдет куда-нибудь. Я вылез из-за тела и полез за формой шкаф. А вот и она. Я еле-еле напялил на себя эту рубашку, одел штаны, и тут меня осенило. А как галстук-то завязывать? Я завяжу, как я его на руку, и нет проблем. Я перевязал галстук на руке и вышел из нашего домика. А что завязать галстук на руке? Тебя же Ольга Дмитриевна ругает. Если не ругает, то перевяжу. Ну, как хочешь, я закрою дверь. Серый закрыл дверь домика, и мы пошли в сторону площади. Мы вышли на абсолютно сухую площадь. Такое ощущение, что здесь и не было дождя. Видимо, она так заигралась в карты, что площадь уже успела высохнуть. Кстати, сколько сейчас времени? Я посмотрел свои наручные часы. Сейчас 6:30. Получается, мы с тобой играем в карту около 45 минут. Получается так,
И все же было интересно, но мне не покидает это чувство, что ты меня смог обыграть. Да ладно, может, мне просто повезло, а может, я действительно хорошо играю. Все может быть. Кстати, пошли да изучаем магию, а то мы не все изучили. А что именно мы не изучили еще? Библиотеку, спортплощадку, склад, пляж, ну и поляну, которую я тебе собирался показать. Так, ну спортплощадку, пляж и склад я уже видел, остается только библиотека и поляна. Пошли сначала библиотеку, заодно познакомлю тебя с Женей. Слово Женя, Женя Серпанин с такой лаской, что мне показалось, что Женя из... это нечто прекрасное. Ну, пошли, познакомишь меня со своей Женей. После тех слов Серый немного смутился. Пошли за мной. Надеюсь, мы не через лес пойдем. Конечно нет, пойдем по обычному пути, через домики и москобу. Москоб. Ну и хорошо, что обычным путем. Серый только ухмыльнулся. Мы вперед по дороге, мимо домика, в том числе и нашего. Как же тут все-таки красиво. С этим поспоришь. Пока мы шли, я вспомнил, что свои вещи я так и не нашел. Надо будет обязательно маму разузнать, где мои вещи. Пока идем мимо домиков, я могу тебе показать домики некоторых из нашего отряда. Было бы неплохо. Отлично, сейчас мы как раз подходим к домику Лены. А, Лена это кто? Лена это девушка с короткими фиолетовыми волосами. А, вспомнил. Так, подождите. Почему-то громко наебашь, не понимаю. Мы подошли к домику Лены, а он ничем не особо не отличается от других домиков. Пошли дальше, еще домик Алисы, потом у Скуба библиотека. Что ж, пошли. Сколько идти домик Алисы? Недолго, буквально пара минут. А, вот и он. Мы подошли к домику Алисы. Я заметил, что на двери домика был флаг с веселым Роджером. Алиса разрешила повесить этот флаг на дверь? Никем не запрещено вешать флаги на дверь. Ладно, дальше очереди Москоб, а дальше библиотека. Пока он это говорил, я вспомнил, что хотел спросить у Серега про город. Серег, слушай, а когда мы выходим из ворот лагеря, весь вдоль дороги виден город? Нет, конечно, от города до сюда надо ехать часа два. Ладно, спасибо. Странно это все это. Почему-то город был виден во время дождя. Пока я впитал своих мыслях, я не заметил, что мы уже дошли к Москобу, и что Серый активно меня звал. Данте! Данте, хватит своих мыслей витать, очнись уже! А, что? Можешь подойти к Москобу, не хочешь внутрь зайти? Я как раз хотел с Мику познакомиться, но лучше завтра. Как хочешь, пошли в библиотеку. Ну, пошли в библиотеку. Мимо нас в этот момент пробежала Алиса с Ульяной. Чего это они? Как обычно, дурачатся. Они же сестры. Они ничего не натворят вместе. Конечно, творят. Это же Алиса и Ульяна. Я не сомневался. Ладно уж, пойдем дальше. Ну, пошли. Пока я шел за Серой, я задумался. А что если эти сны не просто так снятся? Ведь мне не приснилось продолжение другого сна, а такого сна никогда не было. Я уже столько теорий предположил, что аж устал от них. Надо бы избавляться от этих теорий и отдыхать себе в прекрасном лагере. А вот и библиотека. Я вышел своих мыслей и посмотрел вперед. Передо мной стояло обыкновенное здание, с виду не скажешь, что это библиотека. Пойдем внутрь, поскорее. Я послушал Серегу и пошел в библиотеку. Блин, тут закрыто. Что делать? Не знаю, сейчас в принципе 5:50, так что можно идти на ужин. Хорошо, пошли на ужин. Там заодно и познакомились с Женей, Мико и с остальными, может быть. Мы развернулись, пошли назад. Жалко, конечно, не получилось попасть в библиотеку. Я хотел с Женей поздороваться и тебя познакомить с ней. Ничего страшного, на ужине познакомились. Надеюсь, конечно, на это. К этому моменту мы уже вышли на площадь, на которой была, как я понял, Лена и Мико. О, Лена и Мику, а познакомь с ними. Не поможешь? Сказал я с ехидной улыбкой на лице. Конечно, помогу, братец. Мы начали приближаться к ним. Приветствую, начал Серый. Приветствую вас, дамы. Ой, привет, Сережа. Привет, Сереж. Дамы, знакомьтесь, это Данте. Он новенький в нашем отряде. Привет. Данте, рад знакомству. А я тебя видел на обеде, подумал, ой, какой красивый парень у нас в отряде появился. Это тихо смутился. Мико, ну не надо его смущать. А я, Лена, я тебя только на линейке видел. Тоже рад знакомству. Девочки, скоро ужин, так что давай выдвигаться на ужин. Давайте! Скромати! Да, давай, а то не хочет толпиться у входа. Поддерживай Лену. Мы двинемся в сторону столовой. Слишком красивый, блин, так куда...
Так, я сейчас пойду спрошу поварихи, можно ли зайти в столовую? Хорошо. О, Данте, ты же знаешь, что я руковожу мус-клубом? Да, конечно. Так вот, ты умеешь играть на каких-нибудь инструментах? Я немного, совсем немного умею играть на гитаре. О, как же классно, я тебя смогу научить играть как профи. Надеюсь на это, конечно. Улыбнулся я. Такая милая улыбка, прям самой хочется улыбаться. Я еще сильнее улыбнулся. И тут из столовой вышел сэр. Ребята, заходим. Нам разрешили войти в столовую до горна. Мы вошли в столовую. Хотел это сказать, но не могу. Как только мы вошли в столовую, я заметил, что в столовой были только мы. А так услугой можно пользоваться только нам? Мне пришлось говорить повариху. Теперь понятно. Все в том числе и я пошли брать порции с раздачей. Сегодня на ужин был горох, компот и котлеты. Ужин на завтрак отличался только тем, что на ужин вместо пюрешки был горох. Да, с виду тут туго. Но с красотой мест нет. Ну, сели с одним столом. Так, ребят, пойдем сядем за стол. Я хочу сесть с Данте. Тут я сейчас заметил, что все столы столовые на 2 человека. Ладно, да, я буду с Леной. Ты же не против? Нет. Нет, конечно. Ладно, встретимся после ужина на крыльце. Ладно. Мы разошлись по разным столикам. Пошли, сядем за тот стол. Я глазам пальцем на стол из окна. Да, хорошо, пошли. Мы двинулись за этот стол. Слушай, да, как насчет выступления в Москву? Я пока не знаю, скорее всего, завтра решу. Хорошо, без проблем. Мы сели за стол и принялись за ужин. Приятного аппетита. Спасибо, и тебе. Такие игры с едой не должны повторяться, а то Серый уже ушел с обеда после увиденного. Хорошо, конечно, проход мой первый день в этом лагере. Мы уже увидим много красивого, познакомимся почти со всеми из нашего отряда. Интересно, что меня ждет в этой смене? Что будет интересно с этой сменой? Серый говорил, что будет концерт на 7-й день. Может, мне все-таки поучаствовать в этом концерте? Нига обещала мне научить играть на гитаре. Насколько хорошо она меня научит играть. Так много вопросов. Но ответ на эти вопросы будет получен только тогда, когда я проведу всю эту смену. За этими мыслями я не заметил, как Мику все уже все доело, а я даже не приступил к ужину. Данте, прием, хватит летать в облаках. А, да-да-да, я что-то задумался. Я заметил, ты лишь смотришь в одну тарелку, не откликаешься на свое имя. Ты можешь идти, а я один посижу. Ну, как хочешь, я тебя подожду на крыльце. Хорошо, я постараюсь быстро доесть. Я тут же начал плетать всю стряпню, что мне дали на раздаче. В принципе, ужин нормальный, побольше бы таких вкусных ужинов. Спустя пару минут, сам не знаю как, я смог все съесть. Абсолютно все. Я просто пошел на раздачу, отдавая поднос с посудой. Спасибо, был вкусный ужин. Всегда пожалуйста. Я вышел из столовой. На улице меня уже ждали Серега, Лена и Мику. Я уже думал, ты там будешь жить. Нет, я просто очень долго ужинал. Ничего, куда дальше пойдем? Мы с Мику пойдем в домик. Нам надо прибраться в нем. Хорошо, девчонки, без проблем. Удачи. И вам удачи, мальчики. Удачи. Лена и Мику отправились в сторону домиков. А мы что будем делать? Может, попробовать писал пойти в библиотеку? Ну-ка, она открылась. Кстати, мы уже со всеми познакомились. Осталось только познакомиться с Женей. Фух, ну что ж, пошли в библиотеку. Мы двинулись в сторону нашего домика. Слушай, а давай устроим гонки? Догонялки, что ли? Не совсем, мы устроим настоящие гонки. Ну давай, я не против, разомнусь заодно. Отлично, будем стараться от этой скамейки. И победит тот, кто быстрее убежит весь лагерь и вернется на эту позицию. В смысле обижать весь лагерь? Значит, слушай, отсюда мы бежим до медпункта, потом бежим до мускуба, потом к домикам, далее библиотека. Потом по дороге до клубов и потом до этого места. Все понял? В принципе, я понял. Я набрался весь путь у себя в голове. Мы с нами позиции приготовились. 3, 2, 1. Погнали! Мы тут же отвалили трону с места. Я напрягся так, как будто на кону этой победы стояла моя честь, мой авторитет, мое все. Мы с Серегой тронулись одновременно. Поначалу Серега меня обогнал, но это длилось недолго, мы с ним выровнялись. Мы бежали по всей площади мимо пионеров.
Мы уже успели обогнать Мику след, который двигались в сторону домика. Я решил оглядеться и увидел, что Серый обогнал меня метр на два. Я собрал все силы, включил в режим турбо и рванул, что есть сил. Но догнал Серегу мне не удавалось. Быстрый, зараза! Может, приблизились метмуты, как мы побежали мимо моей мамы. Вид у меня был, мягко говоря, удивленный. Вот метмут. Серый уже не опережал меня, а бежал наравне со мной. Я лишь посмотрел в его сторону, но это сыграло со мной злую шутку. И в итоге я споткнулся, упал, пролетев несколько метров вперед. Ай, блядь! Надеюсь, не заблудились в шахтах, и меня не найдут. Так, что делать с этой дверью? Вроде она не закрыта, насколько я помню. С небольшим усилием я смог открыть дверь и войти внутрь комнаты. Здесь ждать не вариант, рано или поздно они меня найдут. Надо выбраться наружу, пока все шахта. Я пошел в сторону лестницы, которая ведет на площадь. Черт, закрыто, придется выламывать. Я вцепился в решетку и начал ее расшатывать. Не очень помогает, придется выламывать. Я собрал всю силу в кулак и начал бить по решетке. Это довольно болезненно. Получилось. А теперь надо выбираться наружу. И все в шахте. Сейчас в шахте, и влаги никого нет. Надо сходить в медмуг, а то пока я ломал решетку, у меня немного разодралась рука. Хоть бы никого там не оказалось. Эти пару минут, которые я шел, я провел в тишине, ни о чем не думая. А вот медпункт. Как бы мне войти внутрь? Может, конечно, войти бесшумно, но можно войти с шумом. Но я не знаю, есть ли кто-нибудь в лагере. Уже трудно выбрать. Как же войти в медпункт? Здрасте, блять. Охуенный выбор. Давай бесшумно. В лагере еще кто-нибудь есть, я уверен в этом, поэтому надо как-нибудь бесшумно войти в медпункт. Решил пройтись вокруг медпункта, может быть что-нибудь найду. Я увидел лестницу, которая ведет на крышу. На вид она была хлипкая. Можно, конечно, войти через крышу, но вдруг лестница сломается. Да. А вдруг дверь открыта. Решил проверить этот способ. И дверь открылась. Серьезно, дверь открыта! Я посмеялся, вошел в медпункт, сразу же включил свет. Так, где же здесь перекись водорода? Я захотел проверить шкаф, в котором лежат лекарства. Я внимательно смотрел все полки и нашел перекись. Надо еще перебинтовать, сейчас будет больновато. Я повел перекись в свой кулак и обвязал бинтом. Думаю, можно прилечь и отдохнуть от всего этого. Я лег на кровать и закрыл глаза. Как же болит рука. Уже перекись и бинт не помогли. Ой, бля. Очнулся. Я открыл глаза и увидел Серегу рядом со мной настоящим. Маму и какую-то женщину, похожую на мою сестру. О, очнулся. Где я? Ты в медпункте. Во время гонок с Сережей ты упал и потерял сознание. Кто же ты? Кто же ты искалечил руку? А как ты искалечил? Как это был срок про бункер? Как? Сейчас ты можешь идти домой. Но впредь будь аккуратней. Я тебе руку обработал, перекись и перевязал бинтом. Хорошо. Я все еще был в шоке от этого сна. У меня даже сов не, чтобы описать все это. Пойдем, надо. Уже отбой. Пора спать. Идем. Мы вторым вышли из медпункта. Херасия, значит, ты реальный, блядь, момент, что ли? Хотите сказать, что он пришел в пункт, он приехал в лагерь. И тут его бегает, так сказать, можно сказать, типа, вторая, это, ну, блядь, это альтер-эго, хуй знает кто, так кто угодно. И он прям навредил себе руку, что и там почувствовал. Ладно. Серёж, Данте, пожалуйста, не надо больше такого вытворять. У меня чуть сердце из груди не вытащил, когда я узнал про тебя, Данте. Хорошо, мам, я больше не буду такого делать. Такого больше не повторится, Ольга Дмитриевна. Ладно, идите спать, уже пора. Хорошо. Мама шла в сторону домика. Вот так приключение. Больше таких гонок не будем устраивать. С этим согласен. Все-таки нам по 17 лет, а мы таким занимаемся. Пошли лучше в домик, а то спишется там. Пошли. Весь путь мы прошли в тишине. Серый достал ключ и открыл дверь. Ну, спокойной ночи, Данте. Надеюсь, завтра своей рукой все будет хорошо. Я тоже надеюсь. Спокойной ночи. Я не снимаю форму, залез под одеяло и закрыл глаза. Сколько же произошло за сегодняшний день? Завел себе новых друзей. Потерял сознание. Но подождем. Я усмехнулся. Ладно, но буду уже засыпать, ведь завтра меня ждет новый день. Блять. Ну, это пока все. Скоро выйдет второй день. Хуя называется. Не. Ну,
прописанный сюжет истории, ну, сойдет как для первого дня, но одно, но Галактика, как же ты заебал. Так, что можно сказать про этот, ну, на первый взгляд, недоделанный мод? Пока все трудно. Вот что можно сказать. Ладно, давайте, пожалуйста, мы остановимся. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, с вами снова я, Варя. Это бесконечное лето, мод под названием 15 дней ада.